Всем доброй ночи. Мы два московских полуношника, Татоша и я, пришли на свою любимую площадку в рамках недавней традиции прогулки с пятницы на субботу. Но сегодня уже суббота. Раньше мы выходили в пятницу в 11 вечера и возвращались в 2 часа ночи. Но сегодня как-то, будем говорить, вышли под утро погулять. Прожигаем последние теплые деньки сентября. Сегодня последний день сентября, и синоптики пообещали похолодание на следующей неделе. Вот, как-то так. Ничего обычного не происходит. Настроение отличное. Погода комфортная. Сегодня полнолуние. Ну вот, сейчас попробую отснять. Она, конечно, с моим смартфоном сильно луну не снимешь. Но поверьте, она очень красивая и яркая. Поэтому ночь светла. Пойдем познакомимся с главным героем всех наших сюжетов. Вернее, не познакомимся, а представимся. Он сразу же у папы выпросил мячик свой любимый. Вот сидим, нажевываем. И никому не отдаем, да? Ну-ка, давай-ка резкость. Вот так вот. Ну, в общем-то, как-то все. Вряд ли кто-то там придет в такое раннее время. Как говорится, дураков нет. А мы два полуношника проводим прекрасное время на Татошиной и папиной любимой площадке питомца в Москве. Ну, больше пока сказать вам мне нечего, только пожелать хорошего настроения и приятных выходных. Всем пока, всем доброе утро.